Всем привет, с вами Влад, это видео по игре Бравл Старс, и это очень топовый ролик, сейчас объясню почему. А все, ребят, потому что я в этом видеоролике апну 3000 одиночных побед. Очень, ребят, долго шел к этой цели, и если прямо сейчас прочекать мою статистику, то, ребята, до этой цели мне остается всего лишь одна одиночная победа. Я апну эту одиночную победу, я, конечно же, в дуэлях, потому что я в них очень сейчас активно играю, да и, в принципе, вообще мне очень нравится этот режим. А сегодня еще и моя любимая карта под названием «Ловушка для тигров». Реально, карта очень топовая, и сюда, вот как видите, я зачастую беру такой пик. Сту, Тара, а также Дэрил. Такс, я не понял, ты будешь просто стоять, короче? Что-то какой-то реально чел непонятный. О, еще и крутишься, давно в лобби, что ли, не был? Может, конечно, он и по фану покрутился, но все равно я как бы против токсичности. И когда он будет выходить, тихо. Фух, ребят, кидаю лайки, я никогда не буду кидать дизлайки, потому что, ну, серьезно, я очень борюсь сейчас жестко с токсичностью, и вообще я не хочу быть токсиком. Так, ну и на Гейле он тоже, в принципе, я думаю, выбрал такую же тактику просто сидеть, ну окей, хорошо, хорошо. Нормально, он вышел, я как раз таки тоже вышел. Ну все, до свидания, братик. На самом деле, ребят, в дуэлях больше я бы вам посоветовал вот этот вот второй гаджет на 100, если вы на 100 играете в дуэлях, потому что, ну, он вам может и спасти жизнь, и вообще помочь убить противника. Стоп, а где Гром? А, все, ты чего приуныл? Странно, я ему даже дизлайки не кидал. Ну ладно, ладно, в принципе, топовая карточка, я вам так скажу. Хоть нам челик попался и не такой уже сильный, но до этого были, конечно, жесткие челы. Итак, ребят, залетает опыт, там еще жетончики, но это не важно. Давайте выйдем в лобби. Так, кубасы залетают ко мне на аккаунт. И теперь давайте прочекаем мою статистику. И теперь, ребят, у меня на аккаунте ровно 3000 одиночных побед. Ребят, для меня это очень большая цифра, и я серьезно очень много играл и в SoulShD, и в дуэлях, поэтому от вас я попрошу только лишь поддержки, да, ребят, поставьте лайк и подпишитесь. Вам не сложно, а мне приятно. И, кстати, ребят, следующий подобный ролик я буду записывать, когда я апну уже 4000 побед в дуэлях, да, ребят, я тоже их буду апать в дуэли. Ну а с вами, как обычно, был Влад, и всем пока-пока, спасибо за просмотр.